Привет. Решил быстро видео записать, а то все никак. А то работа, а то еще какие-то дела. И желания что-то усталы. В общем, это. Вопрос на ответ. Как можно сюда приехать, то есть устроиться, и чтобы попасть в общагу? Во-первых, я сразу предупреждаю, Москва — это не тот город, где тебя ждут. То есть для того, чтобы и устроиться в автобус, на какие жертвы я пошел. У меня были сбережения там в размере порядка 120 тысяч рублей, которые я просто, ну, типа, отложил, чтобы оплачивать за квартиру. И там у меня какой-то кредит там был, 1100. Я там чуть по 5000 платил. И, короче говоря, я эти бабки все просадил, пока я обучался. То есть мне их не хватило. То есть так, имейте в виду. Поэтому, если кто собирается приехать в Москву, там нет водительского удостоверения категории D, то есть имейте в виду, что вам нужно иметь как бы подушку безопасности на тот случай, потому что квартиру снимать надо, питаться надо. И еще вопрос, насколько быстро вы сдадите экзамен в ГАИ. Никого подставлять не буду, особенно гаишников, потому что как бы я себе дорогу не перех... могу им дорогу перейти, и, соответственно, они меня потом это накажут. В общем, это, имейте в виду, просто в ГАИ там деньгами не сорите, потому что в моем случае, как у меня получилось, я все сделал для того, чтобы быстро сдать экзамен. Но, как говорится, капуста, которую они съели, ни к чему не привело. Потом мне пришлось договариваться, просто поменять, говорю, инспектора, чтобы сдать экзамен. Потому что они мне просто мозг выносили, не мне только. Потому что капуста была 90 ре. И представьте, 2013 год, за 90 ре 4 человека 3 раза не сдали экзамен. Так что капуста не сорите в ГАИ, просто сдавайте, потому что вот сейчас пацаны приходят, там новенькие. Имейте в виду, то, что если вы иногородние, то вас будут валить, они будут до последнего вас как бы прижимать, чтобы вы как дали им капусты. Москвичи проходят там в первый, во второй раз, ну их как бы это... Им дают работу, ну как, их пропускают в экзамене. А иногородние просто, ты только сядешь за руль, тебя сразу все, свободен, следующий. То есть там столько всего такого и происходит, непонятного. Поэтому это имейте в виду, что ну, как бы вас здесь никто не ждет. И соответственно, чтобы получить категорию D, либо вы у себя получите, но у вас будет проблематично устроиться в Мосгортранс, так как они берут с опытом, а если у тебя нет опыта, то, соответственно, ты не устроишься. Возможно, ты с этой категорией, если ты у себя там получишь, тебе будет легче устроиться в эти частные конторы, например, компания «Автолайн». У нас очень много водителей ушли в эту контору. Они работают примерно один день через день. У них зарплата 60 тысяч чистыми получается. У нас, если день через день работать будешь, ты получишь порядка 43 тысяч. Но имей в виду то, что у нас за стаж доплачивают премия. То есть у меня порядка, ну, от двух лет там идет, начинается за стаж доплачивать, то ли от года, то ли... И там порядка от трех, три тысячи, четыре тысячи, там, что-то такое. Сейчас вроде нас в парке объединились, я не смотрел квиток. Сейчас вот хочу зарплату получить, посмотреть, что там будет. У нас там коэффициент вроде как немножко повыше стал. То есть, так, ну, в любом случае, как бы это, в этих конторах зарплата получается больше. То есть, ну, водители ушли, я с ними общаюсь, то есть нормально все. То есть, имейте в виду, если попрут с Мосгортранса,
в любом случае работает баллом. То есть, ну, как бы так. То есть, просто имею в виду, что в Мосгортрансе какие-то более-менее человеческие условия труда появились. То есть, раньше, когда устроился, вот сейчас у меня обед. Вот я катался с 6:20, вот у меня на 11:30 я встал на обед. То есть на самом деле рубит. Вот хочется просто взять, упасть, поспать хотя бы часик. Погода еще такая блядская. И короче, сейчас на конечных станциях Камчатка, там еще где-то, поставили модульные домики из модулей, где можно прийти там пообедать нормально, поспать, там кровать такой с эксодром, короче, выспаться, быстро поспать и на работу. А раньше, когда я устроился, ничего такого не было. Там стоял теремок 69-го года выпуска, где стояло 2-3 кровати, один человек заходит. В общем, водители все равно как бы это устают. Устают, и, как говорится, сон за рулем. Вот я помню, у меня тумбочка стояла, ноги ложил, как бы и спал. Поспал, такой весь помятый, быстро пошел, умылся там. И это, и поехал дальше. То есть, как бы выбивает вот это вот нечеловеческие условия. А вот у этих частных контор происходит то же самое. Вот с машиной Ивайка, как говорится, не в туалет сходить, не отдохнуть. Вот они сейчас там кукуют, сидят в своих ивеках. Но тем не менее, как бы это. У них оплата 320 рублей в час, у нас 216. Имейте в виду, что как бы Мосгортранс организация большая, и в итоге очень много издержек за обслуживающий персонал. В этих частных конторах издержек меньше, там бухгалтерия. То есть как бы меньше народа на обслуживание автотранспорта, нет больших площадей аренды. Потому что, как бы, имейте в виду, то, что Мосгортранс, как бы, является государственной структурой, это не факт, что она не платит аренду. Все она платит, и причем хорошо платит городу. Городу платят за аренду, а город платит за обслуживание клиента. Так, что еще хотел сказать по поводу вопроса. Вопросик у меня там был. Я как-то там сказал, что как донести, как я это, ну, как донести информацию и как я это делал, учитывая тот факт, что я как бы работал, ну, занимался коммерцией, продвижением, SEO и не только, я занимался сам. Когда я начал заниматься коммерцией, я вложил очень большие капиталовложения на программное обеспечение, то есть я не привлекал программистов, там, СОшников, ну, продвиженцев, я все делал сам. И, соответственно, я купил самое, что ни на есть, программное обеспечение для спама. Фу, о чем я хочу сказать? То, что, чтобы донести какую-то информацию, достаточно просто массово разослать ту или иную информацию в социальных сетях. Поверьте, спецслужбы обрабатывают любую информацию, которая поступает. Поверьте, абсолютно любую. Я там, ну, много чего делал, много чего проверял, как они это все, ну, обрабатывают. Ну, поверьте, все прям, любую информацию, которая только поступает, они ее прорабатывают, отрабатывают. Поэтому такие дела. Вот этот YouTube, это один из видов донесения информации, то есть диалога напрямую с органами внутренней власти страны. О том, что в данный момент у меня была проблема, то, что, блядь, просто тупо не давали работать. Проблема эта решилась, просто начали давать работать. Просто прижимали все гайки. Просто капец, работаешь, я не знаю. Сейчас просто работаю, там 2-3 подработки, ну, как бы поверьте, для Мосгортранса 2-3 подработки это более чем достаточно. Потому что это государственная структура. Здесь есть как соцзащита. Например, ты не имеешь права перерабатывать.
а все переработки у тебя двойной тариф, двойная ставка. То есть ты выходишь в выходной день, одну подработку, а у тебя идет двойная плата, как будто ты два дня отработал. И в итоге 2-3 дня подработки у тебя, как будто ты отработал, блядь, 8, ну, 20 с чем-то дней в каком-то, ну, то есть 25 дней в какой-то другой организации. Вот что я добивался. Просто вернуть эти подработки. Ну, не знаю, пока я говорю, месяц отработал, я еще, блин, квиток не получал, потому что у меня там солярку вычтут и не только. Ну, и опять же, по поводу того, что тырят солярку. Как только сказал, блин, я не знаю, мне там 60 литров было, не 216 уже, 60 литров. Я просто заехал, ну, решил этот минус убрать, заехал на обычную заправку, заправился соляркой, и неудивительно, что самое удивительное, точнее, автобус дымить перестал после заправки на другой станции. Так что, хрен узнает, что там, летняя соляра или еще что. Так что, такие дела. Ну, опять повторюсь там по поводу, говорю, в Москве никто никого не ждет. Работы тут дофига, но никто никого не ждет. Город трудный, придется очень, ну, тяжко. Говорю, блин, и меня просто это спасло, то, что я не пью, не курю, у меня нет вот этих склонностей, там, приема наркотиков. Потому что здесь ты либо сопьешься, либо занаркоманишься, либо еще что-то. Ну, типа того. Либо ты уже, как бы, она тебе выжмет все соки и выплюнет тебя нахрен. То есть так. То есть в любом случае, если собираешься ты приехать в Москву, будет проще, если вы будете вдвоем, там, например, либо с девушкой. Москвичку брать — это вообще, это пи-пи, пиздец. Это капец. Ну, я не знаю, я москвичек вообще не перевариваю. У меня были неоднократные отношения. Я зарекся. Лучше найти какую-нибудь девочку откуда-то. Не знаю. Здесь некрасиво. Во-первых, здесь девки некрасивые. Все пьют, курят. Если создавать семью уже с нормальной, с адекватной девчонкой откуда-нибудь, там, не знаю. Ну, я не буду говорить. В Нижнем Новгороде девчонки красивые. Блин. Новосибирск. В общем, так. Так что будет проще, если вы будете вдвоем, семьей. Семьей. Так что так, все, давайте. Забыл ответить на вопрос, а можно ли жить в общаге во время учебы? Нет. Неправильно, я тебя понял. Я думал, что можно ли учиться где-то в институте. Можно непосредственно работать и поступить в какой-то там железнодорожный, что-то такое. То ли дорожный институт, МАИ, там, что-то такое. То есть так. То есть, имей в виду, что тебе надо приехать, это жилье снимать, все за твой счет. Организация не берет на себя обязательства предоставлять тебе жилье. То есть, это вот сейчас недавно нам ввели бесплатную общагу, только что с девчонкой разговаривал, она там в ноябре месяце туда въезжает, не знаю, расскажет потом. Ну, как бы это, имейте в виду, что все равно работа водителем — это ранний подъем и позднее возвращение. То есть я не знаю, как я добирался бы, если не снимал квартиру рядом с парком. Потому что я прям, ну, как бы это, я говорю, ко мне придраться к нечему. Я работаю, не пью, не курю, тут как бы по телефону не болтаю, он только видео записывает. Я в том плане, то что бывают моменты, когда я забываю будильник поставить. Раз в полгода я забываю поставить будильник. Но я, тем не менее, я не опаздываю. То есть я там прибегаю за 10 минут, я поднимаюсь, как солдат одеваюсь, за 10 минут прибегаю, продуваю, завожу машину и уезжаю на линию, как бы косяков нет. Но имейте в виду, тут последний раз, короче, прикол такой был. Пришел домой, устал, взял телефон,
будильник поставить и вырубился, отключился. Потом раз с утра звонит начальник, алло, ты где? Я говорю, я сейчас буду. А сам такой, блин, что так раз звонит? Я еще будильник типа не поставил, сам, блин, уже это, мне уже на работу надо. Короче, это. А я такой, ну такой, опоздаешь, все, капец тебе, типа, ну, образно говоря. А я такой, слава богу, позвонил, ё-моё. Ну, имейте в виду, что работа тяжелая, поэтому жить надо непосредственно с работой. Люди, которые там на развозке, они практически не отдыхают. Я не знаю, вот говорю, у меня был случай, когда с пацаном пришел устроиться в автобусный парк, он на всем экономил. У него была машина, но он, говорю, работал там по трехсменке восьмичасовой. Он на развозке приезжал, на развозке возвращался, короче, из парка. И, короче, это, у него не было времени на отдых. У пацана остановилось сердце. Поэтому надо отдыхать полноценно. Лучше ты заплати там, плати. Ну, очень много пацанов, которые снимают квартиру непосредственно рядом с парком. Квартиру снимает порядка 45 тысяч рублей. Это более-менее дешевый вариант двухкомнатной квартиры. Если однокомнатная, можно 1000 за 30 найти. 30-35. Ну, квартира однокомнатная, как бы это особо. Не, ну, не, тоже не дешевая, нет. 35-40 тоже так же стоит. Ну, имею в виду, что лучше взять, если что, двухкомнатную квартиру. Либо ты придешь, пока будешь обучаться, узнай, какие водители там, они как-то они как-то на койках спят. И в итоге у них жилье получается где-то по 5000 они платят. То есть так. Если найдешь такой вариант, это лучше. Все, ну, рядом с работой. То есть так. Ну и в принципе все. Видео в YouTube. Я выбрасываю это так просто. От нечего делать. Будут давать работать, нет, вообще мне эти записи нахрен, у меня вот так вот проблем. И как бы это, я еще занимаюсь разработкой программного обеспечения, у меня тут фрилансеры работают, и соответственно, блять, у меня мозга компенсируют они, и в итоге я им еще компенсирую, поэтому мне некогда вот это видео записывать, это просто записывал, пока было время. Поэтому, скорее всего, это видео уже последнее. Говорю, пока работаю, но, говорю, ну, пока работаю. Не скажу, что я буду тут, блядь, вечно работать, но и отрицать не могу, и как бы это. То есть, возможно, и работать буду, как карты лягут. Мы предполагаем, а Бог располагает. Так что так, все, всем пока. Быстрое видео. Забыл сказать по поводу... Где тебе бабки? Ну, ты приедешь, у тебя денег нет. Первым делом иди устраивайся на заправку. Там у тебя будут живые бабки, чаевые. То есть ты будешь зарабатывать 2-3 тысячи в день. То есть порядка 60 тысяч рублей ты можешь спокойно заработать. То есть нет бабок, приехал, заработал, отложил, отучился на водителя автобуса и все, спокойно работай. То есть все в твоих руках. Как бы если нет лаве, приехал на заправку обычно, устроился, деньги ты заработаешь. Я тебе говорю, я просто лавандосов там больше имел, чем водителям автобуса. Просто это, ну как бы надо повышать квалификацию свою. Я только из-за этого как бы пошел водителям автобуса. Так что так, все, действуй, все в твоих руках. По поводу Севастополя, если у тебя там, ну по поводу пацана, который спрашивал, ну, по поводу работы, который живет в Севастополе. Если у тебя еще нет гражданства, здесь проблематично. Лучше ты там документы быстрее оформи, потому что я гражданство, ну, как бы это, имею в виду, то, что если у тебя гражданство еще Украины, то в Москве просто так гражданство хрен получит, здесь квоты имеются, ну, на всем бабки делают. Порядка 160 тысяч рублей тебе будет стоить гражданство. Поэтому, если, как говорится, есть возможность по месту прописки это все делать все дома. Потому что в Москве очень все дорого. Ну, вообще, Москва там... Я все официально сделал, как бы, ну, у меня ушло на это очень большой такой срок, порядка 6 лет. Так что, так, все, я поехал.